Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня я вам расскажу очень интересную историю о том, как я полетела путешествовать по всему миру с моими друзьями. Так, стоп! Хорошо. Заново. Вот что надо было. Ага. Читай внимательно. Ой, все. Прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. И нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд. Кино — волшебный сон, ах, сладкий сон. Пришла наконец-то эта муза, за что я ей плачу. О, идея! Идея хорошая, сценарий тоже хороший. Кого вам приглашать на главную роль? Я пока не думал об этом. Надо звезд поискать. Стесняют Казани, президент тоже. Морганфильм вроде как поддержали идею. Там снимался Андрей Мерзликин. И как мы прыгнем выше головы? Пойдем на киностудию. О, там мы проведем кастинг. Хорошо, идем. Пожалуйста, Пожалуйста, так, какую бы музыку мне записать? Надо попробовать вот эту. Thank you.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про стрепного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. Ей бойцу на дальний пограничный от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Солдат, и вы хотели меня эхами, где-то нету. Да. Что у вас там дальше? Что-то мы уж очень быстро встретились. Опять? Ну почему всегда такая реакция? Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите под... Привет, чемпион! Может, сыграем партейку? Следующий. Зовут меня Гай Юлица. Ну, делай скидку на ваше образование. Можете звать меня просто Ю. Дальше. Кто может показать? А сейчас я покажу.
я львенок. Мяу. Мне очень нравится твоя песенка. Хорошо. Пика-пи, Пикачу. Пика-пика-пикачу. 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 Хорошо. Пика-пика-пикачу. Пойду-салы. Пойду-салы. Пикачу. Следующий. Пика-пика-пикачу. 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 Пойду-салы. Пика-пи. Пикачу. Пика-пика-пикачу, 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 пойму-салы. Пика-пи, пикачу, пика-пика-пикачу, 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 пойму-салы, пойму-салы. Пика-пи, пикачу. Пика-пика-пикачу, 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 пойму-хуи, пойму-хуи. Сигали! Bailaremos este son, que es sabroso. Камера, мотор! Снова! Заново!
не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу. Приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Катюша, где мы здесь песни? Где мы здесь песни не уходишь, да? Нет, стоп, идея хорошая тебе. На виде. Так. Узнаешь много волшебных историй, тут тебе и репка, и ключ золотой. Тут и черномор, еще тот раз. Самый, который притянули, притянули. Давай. А в конце концов, всему свету надиво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван Дурак. Я тебе говорила, мы снимаем премьерный возраст, нас объять. Как чудно и чудно, ах, как поняла? Страшно и смешно, да, как смешно. Спасибо, что посмотрели мою историю. Все? Снято!